Тольятти полицейские разыскивают молодого человека, ограбившего цветочный павильон. Все произошло в ночь на 21 января на улице 70 лет Октября. Около 3 часов в дверь постучал молодой человек, но, как выяснилось, интересовали его вовсе не цветы романтика, а деньги, которые он и потребовал у продавца, угрожая женщине ножом. Добычей злоумышленника, по предварительным данным, стало несколько тысяч рублей. Сразу после злодеяния грабитель ретировался, но его лицо попало на запись камеры видеонаблюдения. Уже составлен фоторобот.